должны это загасить до 4 июня, ну, может быть, и раньше, да, по мере поступления денежных средств на расчетный счет, и, соответственно, сразу же будем гасить задолженность по аренде земли. В администрации муниципалитета состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по погашению налоговых задолженностей. На беседу пригласили 25 организаций, общий долг которых в бюджет Московской области составляет более 122 миллионов рублей. В период подготовки к заседанию межведомственной комиссии 12 должников частично или в полном объеме оплатили задолженность на сумму 36,3 миллиона рублей, что составляет почти 30% от суммы задолженности, которую мы должны были рассмотреть на этой комиссии. Случается и так, что руководители организаций должников делегируют на заседание комиссии своих подчиненных, которые не владеют ситуацией в целом. Это ведет к административной ответственности, напомнила Татьяна Одинцова. Не молчать. За то, что не пришел руководитель. Да. А вы знаете, если не пришел, вот памятку, пожалуйста, передайте своему генеральному директору. Статья такая-то, номер такой-то, вот возьмите и передайте своему начальнику. Вот такие заготовки я прошу приготовить на следующий раз. Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова призвала руководителей теруправлений не расслабляться, вести работу с должниками в ежедневном режиме, а при необходимости привлекать силовые структуры. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».